За период с 15 по 21 июля на территории Ленинского округа произошло 6 пожаров. Основные причины возгорания – аварийный режим работы электросети или электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. МЧС предупреждает, во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо помнить, что помимо возгораний в частных жилых домах и квартирах, пожар может возникнуть и в придомовых постройках. Особо опасно ночное время, когда человек спит и не может проконтролировать, как огонь распространяется и становится угрозой жизни и здоровья. А также в группе риска дети. Не оставляйте их без присмотра, в том числе и в запертых жилых помещениях. Мы рекомендуем проговаривать с детьми вообще порядок действий при пожаре. Оставляйте ключи в тех местах, где дети знают и как правильно открывать двери изнутри. Обязательно проговорите номера телефонов вызова пожарных подразделений 101 и 112, чтобы ребенок смог самостоятельно в случае наличия телефона для связи, да, вызвать пожарное подразделение. Оставляйте правильные адреса, полные места жительства. Кроме того, можно вместе с детьми научиться пользоваться огнетушителями. А самым эффективным средством обнаружения возгорания на начальной стадии являются установленные на потолке дымовые пожарные извещатели.